Новый трамвайный маршрут в центре города, новые рельсы. Конечно, это удобно, но будет ли шумно от новых трамваев? Вопрос, который в большей степени волнует жильцов по улице Революции. Конструкция полотна трамвая здесь, она новая, она очень мощная. Она сделана таким образом, чтобы она поглощала максимальное количество шума, которое происходит от колесных пар. Все швы заварены, притом заварены лазерным способом. То есть это все сделано так, как в городе больше нигде нет. Шума здесь от трамваев не будет. Также отремонтированы прилегающие кварталы. Вопросы реконструкции городских дорог обсуждались на выездном заседании комиссии по дорогам совместно с представителями горадминистрации. Помимо улицы Революции, депутаты Пермской городской думы проконтролировали ход реконструкции улиц Героев Хасана и Комсомольского проспекта. Отдельное внимание было уделено безопасности пешеходов. Видим примеры качественной работы и качественно уважительного отношения к горожанам. Но есть моменты, где надо доработать администрации, конечно, вместе с подрядными организациями. Это касается в первую очередь безопасности горожан. То есть неправильно организовано ограждение места проведения работ. Да? Ну, например, на Героев Хасана. Мы понимаем, что там находятся большие торговые объекты, там дети находятся с родителями. Иногда там дети без присмотра гуляют. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Перми проводится рекордное количество реконструкций. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что этот нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. На ремонтируемых участках появляется новый асфальт, устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, тротуары. Подрядные организации стали работать лучше. Видим, что город преобразовывается. Самое главное, у нас впереди 300-летие Перми. Мы будем стараться, чтобы все дороги, которые будут у нас отремонтированы, чтобы было качество. Выводы, сделанные Временной комиссией по дорогам и благоустройству, лягут в основу системных решений. Депутаты продолжат контролировать ход работ. Егор Тверетинов, Ветта-24.